Более 8 тысяч карат алмазов извлекли в Айхальском ГОКе в текущем году. Месторождение славится крупными кристаллами. Отработка запасов трубки пока ведется открытым способом. Но в Алроса рассматривают вопрос о строительстве шахты, чтобы добраться до глубоких запасов. Оксана Мезенцева о главных событиях года для алмазного карьера. Более 5000 тонн руды добудут в карьере юбилейной в 2016 году. План, заверяют горняки, выполнят на 100%. Штат укомплектован, коллектив опытный и дружный. Работникам юбилейного любые задачи по плечу. 2016 год в целом для карьеры был благоприятным. Показатели карьеры в 2016 году будут выполнены на 100%. То есть и как по вскрыше, так и по добыче. Но можно отметить, что во втором квартале наш коллектив занял первое место среди трудовых коллективов Айхальского ГОКа в трудовом соревновании первого уровня. Вадим Сагафаров легко управляет новым экскаватором, расчищает транспортные съезды. Спецтехника фирмы «Липхер» поступила в карьер 2 месяца назад. Для безопасности машиниста стекла в кабине бронированные. Для удобства предусмотрены камеры заднего вида. Специально предусмотрен подогрев двигателя и удобство в кабине для оператора. Ну, в принципе, отличная техника. Осваивают в карьере и новый мощный экскаватор, автовесовую и современную кабину. Она позволяет дистанционно управлять буровым станком. Оборудование и спецтехнику ввели в эксплуатацию в 2016-м. На следующий год у нас поступление много будет техники новой. Планируется поступление большого погрузчика 16-кубового КАТ и маленького погрузчика 5-кубового тоже фирмы КАТ. Смесительно-зарядная машина новая на базе Volvo должна подойти в следующем году на пункт подготовки эмульсионных ВВ. И ожидаем поступления дизельной передвижной электростанции. В 2016-м из руды трубки юбилейные добыли более 8 тысяч карат алмазов. Месторождение славится крупными кристаллами. Последние интересные находки сразу 2 гиганта весом 72 и 75 каратов. Срок отработки карьера открытым способом до 2034 года. В Алроса рассматривают вопрос о строительстве шахты, чтобы добраться до глубоких запасов. А это около 70 миллионов карат алмазов. Подкарьерные запасы юбилейного обеспечат Айхальский комбинат сырьем до 2055 года. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».